Вставай, вставай, народная песня, бой колоколов, вставай. Народная песня, большой успех, народная песня. Танцуют все, хай 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 хай. Да, ну что, ребяточки, ребяточки, моя очковая панда в виде Вована. Вот, пора уже, кажется, вставать, жрать, пить, пиво жрать, вот, пить и так далее. Так, сейчас быстренько все уберем. Секундочку. Минуточку. А то у меня полно всего. Еще ничего не разбирала. Блин, что-то не выспался, нифига. Так, закрыть это все дело. Сейчас у меня нога что-то разболелась. Походу, я какая-то стала метеозависимая, знаете, девчонки. Реально стала метеозависимая. Опа. Опа. Опа, 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 опа. Метеозависимая. Я. Вот так вот. Я метеозависимая. Сейчас покушать. Потом не знаю, что делать. Что-нибудь поделаем. Еда, в принципе, есть. Все есть. Сегодня он умывался аккуратненько. О. Хоба-хоба. Все вроде нормально. Но стараюсь сейчас не умываться, потому что сейчас нужно, чтобы подсыхала корочка. А вот и было все хорошо. И было все хорошо. И было все замечательно. Ох. Да. Жизнь боль. Не знаю, что делать. Кому сказать, кому отдаться. Куда сказать, кому податься. Так. Все, сейчас. Сделаем чайку, попьем. Это пожру борща, посплю, пожру борща, посплю. Вот тогда жизнь. Хорошая, хорошая жизнь. Для супа. Сейчас намою эти. Кстати, знаете, вот сливу купила, что-то она какая-то так себе. Внутри уже какая-то черная, а вам говорит, скорее всего, она мороженая. Ну, надо, значит, ее есть, то в противном случае испортится еще больше. Еще больше. Мне кажется, магнитные бури начинаются. Что-то так голова разболелась, прям не знаю. То ли я не стала уж не выспала, то ли что. Да, все. Это у нас намута. Говорится, не поваляешь, не поешь. Надо кофе попить. А то что-то у меня это. Не знаю, то ли давление упало, то ли что. Так, сейчас секундочку. Растелим. Фрукты у нас есть. А он дрыхнет. Встал в анабиоз, я его не кормлю. Перестал общаться. Лежит, дрыхнет. Так, суп. Надо себе подсказывать, что делать. А то я потеряю суп. Надо кое-что сделать. Вспомню. А я чувствую, где-то что-то не досчиталось. Ага, Вован, значит, он все-таки что-то подожрал. Булетики вот тоже надо выдать. А мелочи так-то он погрыз. Ну ладно. Бывает и такое. Съел пирог. С курицей. Сейчас домой, кстати, пришла. Вот, принесла тут, как всегда, покупки и так далее. Опять что-то тащит, да, тащу. Потому что кто, если не я? У меня мама, кстати, тоже всегда с работы приходила. Постоянно, знаете, что-нибудь принесет. То 5-10.
А я как всегда там, знаете, о, мама пришла, и там, пакет, а что там в пакете, а ты что-то не купила? То есть прям ностальгия такая. А что купила? Что купила? Что принесла? Мне кажется, все дети такие. Так забавно. Так забавненько. Надо... Блин. Ага. Так, кое-что вспоминаю. Так, Вован записался на колеса. Все. Ой, ну ладно, еще один съесть. Я просто в другое место записалась, он на колеса свои записался. Я думаю, блин, он в тот же самый день. Да-да-да. Время-то летит вообще незаметно. Прикиньте, уже октябрь заканчивается, а? Еще тут раз-два, и уже считайте Новый год. Вот и время прошло, словно и не бывало. Было этого мало, только-только-только-только этого мало. Только-только-только-только этого мало. Вот так вот. Время быстро летит. Время с толстяком летит незаметно. Только что не говорю. Поэтому, как всегда говорю, тратьте время исключительно на позитив и на создание. Потому что негатив, он такой. Негатив, он разрушает. Негатив, он сеет смуту. Вот так вот. Суп. Ой, я хочу еще нарезать эти штучки. Видите-ка. Так, что накладывать-то? Я даже не знаю. Так, это суп. Так, все, берем себя в руки. Вот все, что не выспалось сегодня, да? Какое-то у меня состояние такое, знаете. Состояние, нестояние. Что-то как-то вот. Я в пространстве летаю. Не стояли. И укол вот сейчас вроде кольнули, а вроде, знаете, что-то как-то побаливает маленькая нога. Не знаю. Так. За что браться, за что хвататься? Хлебушек. Так, смотри, значит, где-то у нас хлеб. Колбаска у нас будет в другом месте. Здесь у нас хлебушек. Хлебушек, хлебушек. Хлебушек мой. Слева есть, это есть. Так, вот хлеб надо едать. Паштет тогда потом. Вроде сейчас пока еда есть. Я вам сейчас хочу курочку порезать. Рулетик когда есть. Чисто хлеб. Время летит вообще не заметно. Прям вот, знаете, утекает сквозь пальцы. Утекает. Даже не знаешь, как вообще... Что делать? Что вообще нужно сделать? Как-то, знаете, иногда думаешь, что как-то вот бездарно вообще жизнь-то проходит. Очень бездарно. Очень бездарно. Хочется, конечно, что-то вот такого, знаете, созидательного сделать. Что-то не получается. Так, плохо, наверное. Так, тоже сюда пирожочек с повидлом с джемом. Хочет пускай ест, пускай не ест. Ой, у меня прям это, прям голова кружится. Я прям вообще какой-то просрался. Я сегодня спала 4 часа. Даже меньше, наверное. Я походу это словила глюки. Вот так вот. Надо было спать, а мы сериал смотрели. Иван говорит, пойдем спать. Я говорю, нет. Давай еще посидим. Мы посидели. Вот, смотрю. Смотрите, хочу прямо ее, знаете, прямо так ее нарезать. Как мяско. Вот так вот. Потому что будет очень вкусно. Как рулет, кстати, получается. Прикольно. Слишком тоненько. Очень вкусно. Вообще. Чисто вот грудку вот так вот. Ой, скоро у нас этот день жестянщика, будет жопа.
такая большая, необъятная попа. Это плохо. Страшно. Выходить из дома. Вот. Поэтому стараешься напоследок не гуляться, не ходиться. Потому что мало ли вдруг не получится потом. Еще погулять. Этого мало. Что-то срезала. Вкусно. Обалденно. Как мясо можно брать? Эти дырки. А тут что-то, знаете, в последнее время как-то вот эти вот ножки что-то не очень хорошие. А я думаю, может вот эти вот брать? Так, он что-то взыкал сегодня про колбасу. Типа ему не хватает колбаски. А давай кусочек колбаски, а у тебя лежали на столе. Видите, вместо мяса. Грудка куриная. Копчененькая. Вот подкопченая, она уже такая вкусненькая. Вот еще не, скажем так, не коптить, она такая себе. Просто отварная, она невкусная. А подкопчененькая, прям вообще. Так, где тут? У меня упало. Я потеряла. Ой, состояние и несостояние. Прям печаль, беда. Ну что, сейчас я возьмем в руки, сейчас пожрем. Кофе попьем, будет хорошо все. Будет хорошо, блин, какая вкусная. Так, тихо. Остановись в мгновение, ты прекрасна. Не взвешивала сегодня, решила себе не портить сегодня настроение. Не хочу взвешиваться. Взвешусь через пару дней. А вот что-то будет хорошее. Но не будет хорошего, ну. Как-то все оно конем. Уже устала, знаете, каждый раз там взвешиваешься, то радуешься, то расстраиваешься. Думаешь, ай, как есть, так есть. Ну и пофигу. Ну и пофигу на все. Я и так красивая, я и так любимая. Вот так вот. Поэтому совершенно не важно. Главное, как ты себя ощущаешь. Ощущаю я себя великолепно. Ну, в плане того, что я себя люблю. Да. Так, ну и 2 рублетика положим. На виды, да? Все. Ой, классно пахнет. Тарелочка колбаски. Тарелочка хлебушка, сливка, все, что надо, есть. Так, на чаю. Чаю. Сейчас с тарелки еще уберу. Девчонки, я какая-то не такая. Прям какая-то вся, как ежик в тумане. Что у нее с тремя? Я даже не знаю, про что с вами говорить. Что я как ежик в тумане. От недосыпа. Короче, сегодня похудею. Потому что чего? Потому что не выспалась. А не выспалась почему? Потому что сама... Сиди, я сам выйду. Надо было спать. Сейчас подумаю, может быть, поесть и завалиться на пару часиков. А то мне прям совсем что-то... И вроде поначалу, знаете, так это встала, как бодрячком-бодрячком. Ой, сейчас что-то прям так накрывает вообще. Разморила дома-то. Сейчас ушла. Опять все раскопали. Все опять везде всякие раскопки. Здесь копают, там копают. Надоели уже. Надоели. Они. Надо еще, знаете, что? Овощей порезать. У меня овощи. Надо едать огурцы, помидоры. Еще овощи порежу. С
Сливы это хорошо. Овощи тоже хорошо. Овощи еще лучше. А то у меня уже огурцы портятся. Один же плохой. Да, надо вообще все. У меня огурцы стали просто. Кстати, огурцов вот можно лучше не скупать. А то они сейчас какие-то такие странные. Подпорчиваются. Блин, опять уже всю эту устряпала. Все полотенчика. Прям притягивает оно всю грязь. Вот чай здесь делаешь и постоянно тут раз, капелька. Там капелька, тут капелька. Вон еще какие-то налепила. Непонятно откуда. Тебе все и так понятно. Но тем не менее. Так, еще вот. Сейчас овощей бахнем. Чтобы красивым быть аще. Ешьте больше овощей, чтобы красивым быть аще. Так. Короче, ужин у нас есть. Все. По еде я спокойна. Все. Мукбанг лучше, чем записать. Работа будет. Вот, остальное. Остальное не важно. То он прошел, остался дома. Выспался. Выспался, а я нифига не выспалась, потому что ездила сегодня лечиться. Да. Так, скоро у меня еще ногти. Что у меня там? Главное забыть. Ничего. Что я могу забыть? Я, знаете, рассеянный с улицы бассейной. Наверное, все-таки пойду посплю сейчас. А вечером уже гулять. Вот. Вовке сейчас там задание есть одно. Сейчас дам ему задание. Сама на ночь пойду спать. Чтоб жирок завязался. Девочки. Чтоб жирок завязался. Еще погода такая сонная. Сегодня целый день. То дожди, то не дожди. Фиг его поймешь. Вот. Так. Все накипело. Сейчас ехала, знаете, в окошко смотрела. Такая красота на улице. Ой, вообще супер. Прям вот это, знаете, золотая осень. Прям супер. А деревья такие стоят, сухонькие. Вот, хоть и дождик прошел, но погодка такая прям нормальная, сухая достаточно. А вот быстро все высохло. И прям, знаете, вот клёны стоят, вот осыпавшиеся. Красота. Прямо. Осенняя пора, очарование. Тара-тара-тара-та. Люблю я твои глаза. Раньше помню стихи, прям наизусть знала. Сейчас прям, конечно, уже-то старенькая стала, вообще ничего не помню. А раньше, кстати говоря, даже выиграла конкурсы стихочтецов. Да-да-да. Вот вы не поверите, а меня вот, помню, от школы отправляли. Конкурс стихочтецов выигрывала. Очень хорошо стихи читала. Вдохновенно. Я постоянно, знаете, вот у меня есть несколько стихов, которые вот врезались в мою память. Особенно вот стихи, которые сочиняла моя мама. Я помню, на 8 марта она сочинила, по-моему, для школы нужно было. Женский день, 8 марта. Солнце греет, тает снег. Улыбается девчонка, у нее не шаг, а бег. И летит она на крыльях, ее мальчик удивил. Утром с праздником поздравил и мимозу подарил. Эту веточку мимозы он, стесняясь, ей дарил, опустив глаза пониже, поздравления говорил.
и пройдет немало лет. Будут ей дарить цветы, гладиолусы и розы, но дороже той мимозы ничего на свете нет. А еще, кстати, тоже классный стих она сочинила. Стих про маму. Ночь, темно, весь город спит, но не спится маме. На меня она глядит добрыми глазами. То подушку подобьет, поправит одеяло. Думу думает она, кем же буду я. Видит доктора меня, видит дипломатом, блогером меня. Ну а я спокойно сплю, так как мама рядом. Вот такие вот стихи. Еще помню, у меня еще несколько стихов было, но наизусть не помню. По-моему, у меня где-то даже книжечка сохранилась, вот, с ее записями, где она писала все это дело. Эх, как быстро проходит детство, как быстро проходит время. Что остается в памяти, лишь только такие приятные моменты. Мне вот не так сильно повезло, что мама со мной была всего лишь 18 лет, но тем не менее. Слава Богу, хоть сколько-то. Поздний ребенок, что хотите. К сожалению, так оно и есть. Но я очень рада, что она была. Вот. Но, знаете, что у нас на улице? Опять вообще? Постепенно из жизни, из мыслей, из воспоминаний стираются лица, стираются воспоминания, как это было и прочее. Понимаете, все это уходит и все это растворяется. Потому что время идет, время оно вот съедает это все. Я вчера вот говорю, перекидывала ролики с айфона на компьютер. Нужно было освободить память. И вот я просто перекинула на комп. И знаете, посмотрели ролик, как Иван сдавал экзамен на мотоцикл. Они говорят, вот, вот смотрели такие, вспомнили эмоции. Я говорю, как это здорово. И как вот плохо, что вот тогда не было видеокамер, не было вот этого фото. Нет, фото были, но фото все равно не передают. А вот видеокамер не было. Вот, блин, я бы с удовольствием сначала посмотрела на маму вот в формате видео. По-моему, где-то были какие-то видеоролики, но, по-моему, уже не осталось. Так что я на самом деле рада, что у меня есть свой канал, потому что, по крайней мере, через какое-то время, через года, пройдут года, можно будет вспомнить, как это было, вспомнить эмоции, вспомнить себя, да уж, да и вспомнить, какой ты был. Все, всем всего хорошего, увидимся в следующих выпусках, приходите на мукбанг, пока-пока.